Всем огромный привет! My name is... Тэрион! Нельзя громко орать, потому что уже ночь. И соседи могут не дать смачного... Леща. Лещика. Я сегодня в красном, и на мне белый хорес. И меня крайне бесит эта сраная кровать, которая просто вот тут находится и занимает просто 70% моей комнаты. Это бесит? Дико. Я ее ненавижу. Ненавижу. Сегодня все-таки я сниму реакцию на видео в мюзикле песни Катядушкиной «Зажигай». Я снимал реакцию на видео в мюзикле очень-очень давно. Мне даже кажется, что тогда еще ходили динозавры. Но это не точно. Точность — это не мой конек. Давайте смотреть. Вы уже, наверное, просто скучали за тем, как я очень много болтаю. Давайте все по старой традиции. Вот мой инстаграм. Я парень интересный. Very interesting. Understand? Так что, please, subscribe. Мои сабскрабовачи, подписчики, подснежники. Подснежники. Подписывайся на мой инстаграм и скушай банан. А также не забывай писать свой никнейм в комментарии. И, возможно, именно твой. Видос я посмотрю в следующем ролике. А может быть, еще лучше сделать. Самые прикольные ники я выведу в топ комментарии. Лайкну, и все будут вас видеть и на вас подписываться. О, да! Просто мать Тереза. Ай-яй-яй-яй-яй. Мне не больно. Потому что я бессмертный. Потому что я летучая мышь. Это да. Типа, let's go, да? Я, короче, вбиваю хэштег «Жги». Зажигай. Хо-хо-хо. Я не знаю, давайте я не буду смотреть прям самых-самых популярных, я постараюсь рандомно. Но я, конечно, не буду листать в самый-самый низ. Уж простите, этого не будет, потому что я знаю, что там плохие видосы. Но не всегда. Я тоже был внизу, и я был классный. Давайте вот розовые волосы. Погнали. Ага. А где розовые волосы? Что? Так. А что ты... Я не знаю, я нажал вообще на эту девочку с розовыми волосами, а мне открылась почему-то девочка, которая стоит там в кустах где-то. И я бы не сказал, что это супер классное видео. Почему? Потому что она каждый раз, когда что-то там делает руками, она смотрит вот так вот. Примерно так же, когда ты хочешь пописать, чтобы тебя не запалили. Я об этом знаю. Не, ну серьезно, такое чувство, что на нее кто-то там смотрит или... Вот Жиза, я знаю. Стоит мама, она вас не видит. И ты такая думаешь, сейчас я сниму видос, и мамка ничего не узнает. Такая снимаешь, такая все круто. Там ля-ля-ля, жест сделала, посмотрела, мама не смотрит дальше. Такая что-то там себе снимаешь. И тут бах, смотрит, а мама смотрит прямо на тебя. И ты такая... Неужели она все это время смотрела на меня? Боже, я, наверное, в ее глазах просто дура. Такое было. Именно поэтому я всегда снимаю тогда. Эй, закрой рот. Давайте вот розовые волосы. Розовое вино и рожевое волосся. Погнали. Сестра Янго. За светы forever. Ну, это было круто. Ну как? Ну, это было классно. Это было неплохо. Это было хорошо. Хороший видос. И волосы яркие. Мне нравятся смелые люди, которые идут против системы. Ты розовый противосистемник. Так, опять розовые волосы. Это, походу, опять она. Ну да, сестра Эмма. Она взяла другой кусочек. Половину клипа я не посмотрел, но... Я еще сначала понял, что видос великолеп. Так, хорошо. Кто там еще есть у нас? А, вот девочка вот в бело-красном платье. Полетели. Закрой глаза, ты скоро все о, вот это мило. На шаг вперед, беги, чему мечтаешь. Нужен хайп, но он ведь не решает. Это было четко. Поэтому закрой глаза и ты увидишь мой лайк. Кто тут еще у нас есть? Всего на самом деле 300 человек снял этот хэштег. Поэтому выбирать там не с чего. Вот, опять красноволосая. И даже не думайте спрашивать меня, почему я выбираю разноцветных всех. Потому что я тоже разноцветный. И разноцветные должны поддерживать разноцветных. Логика! Закрой глаза, уи-и. Ты скоро все узнаешь. О! Блин, вот. Хочу сразу сказать, что вот есть поистине люди харизматичные. Вот эта девочка харизматичная. На нее смотришь и хочется
угорать. Поверь, это не просто так, потому что она дарит солнце, которое жарит прям в морду. Ну, в хорошем смысле, а очень позитивное и очень яркое. Мне нравится. Слушайте, я что-то не могу вниз листать. Дальше почему-то смотреть, это же не 300 человек, что, все? Оно почему-то выбивает только самых крутых. Я специально кинул так, чтобы его не разбить. Я парень рискованный, но не настолько. Ладно, смотрим дальше, из того, что есть. Вот, желтенькая девочка. Девочка за шторой. Еще один единорог сдох. Все единороги живы после этого ролика. Вообще, в натуре, вот когда ты одет ярко, неплохой свет, жестикулируешь, а не просто двигаешь лицом, это уже достаточно хорошо. Think about it. Подумай над этим. Так, что там вот тут девочка в черном, она прям вот на повторе. Давайте посмотрим. Ага. Окей. На шаг вперед. Ребят, давайте все, кто любит Катю Адушкину, все, кто за нее дергаются на камеру, поставим лайк под этим видео. И тогда все совы в лесу заснут. Наконец-то. Они будут блинкать своими глазами. У-ху, у-ху, у-ху. Всю ночь они вот это. У-ху, у-ху. Так что ради совы, ради совушек, ставим лайк. И ради Кати Адушкиной, почему бы и нет. Давайте посмотрим что-то черно-белое. Почему бы нет? Окей. Очень хорошо. Очень. Я горжусь там. Ну и давайте, я не знаю, что еще, кто там есть. Вот эта девочка. Ты прям перед всеми огнями, мы тебя не можем никак посмотреть. Мы уже посмотрели слева, справа, снизу, сверху, а тебя нет. Давай. Я видел страдания в ее лице. А потом она сказала судьбе: уходи! И по воде провела рукой. Вот так. Видео получилось драматическим, чувствительным. И я хочу сказать, что это просто жги. Ну, сраный айфон все испортил. Дорогие мои волки, вульфы, волверины, оборотни. Мохнатки. Дорогие мои мохнатки. Мохнатки. Хочу вам сказать спасибо за внимание. Я надеюсь, вам понравилось это видео, и вы поставите свои пальцы вверх. Вот так вот. Напишите комментарий. Комментарий очень важен. А я отвечаю почти на все комментарии. Вы об этом знаете. Спасибо, что вы со мной. Я не признанный Джастин Бибер. Вы мохнатки и любите свою бабушку. А я пошел. Пошел. Зажигать, шаги, зажигали. Зажигали. Thank you.